إنكار المنكر ما يكون بمنكر. Порицание порицаемого не происходит чем-то дурным, порицаемым. يعني ينكر المنكر بمنكر هذا منكر. То есть если порицать порицаемое, порицание порицаемой вещи, то это уже само по себе это порицание уже будет заслуживать порицания. فأنت الآن تريد ترد على أهل البدع أهل الباطل ترد عليهم بالكتاب والسنة ما ترد عليهم بالسب بالشتم بالتعيير بالألقاب. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب. если делать опровержение бедачков, أهل البدع нововведенцам, нужно опровержение делать Кораном, Сунной, знаниями, не нужно какими-то обзывательствами, кличками, дурными словами опровергать их. فلابد أننا يعني نصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. هل سب الكفار؟ мы должны поступать как поступал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم. ругал ли он кафиров؟ لا. ما سب الكفار صحيح؟ то есть он не ругал кафиров. نعم. لكن سبحان الله يعني بعض الناس يعني أعطي لقب وهذا اللقب يعني اسم على مسمى. То есть, ну, некоторым людям иногда бывает так, что им дают какие-то клички, и эта кличка соответствует его положению. ومن دلائل صدق النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم نزول الآيات سورة في أبي لهب. То есть, из тех как бы пророческих знамений, то, что пророку صلى الله عليه وسلم было неспослано سورة, которая про أبو لهب. يعني هو نصر عليه السلام يموت على هذا. هذا من دلائل النبوة. было указано, что он умрет на этом куфре, и это есть из знамений пророка صلى الله عليه وسلم, что так случилось. نعم. وكل إنسان له من اسمه نصيب. и поэтому каждому человеку из его имени какая-то есть ему доля с этого. فكان هذا يكنى بأبي لهب وهذا يكنى بأبي جهل نصر عليه السلام. وكان اللقب مناسب منطبق على الإسلام. другой был Абу Джахль, то есть Абу Лахаб как бы отец плане Абу Джахль отец невежества. То есть и это имена соответствовали им, то есть подходило для них их положение. والنبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. Пророк сам его исконника Абу Аль-Касим был. يعني هذا لقب على النبي صلى الله عليه وسلم. كنية للنبي صلى الله عليه وسلم. كنية посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم, который соответствовал ему. وكان يلقب بالصادق بالأمين. Также он его из тех как обращений к нему был это صادق, то есть правдивый, амин, дослуживший доверия. نعم. فهل يصح اليوم واحد يكنى بأبي لهب ولا أبو جهل؟ لا. поэтому можем ли кого-то на сегодняшний день назвать Абу Джахлем или Абу Лахабом? Нет. نعم.